Друзья, всем привет! Время сейчас 7:30 вечера. Я долго не снимал. Вчера, короче, очень тяжелый день у меня был. Ехали с поля. Короче, на поле ехали. Сейчас расскажу сначала. На поле ехали. У меня же здесь не работает. Стопа поворотов нету. Перебило. Два раза меня тормознули эти. Они видят же, полицейские. Они видят, что... И как быки на красную тряпку кидаются. Одни развернулись, с мигалками за мной едут. Я говорю, а что я куда-то текаю, я же предупредил. Короче, назад ехали. До середины дороги доехали с поля. Кукурузы набили, полный прицеп. Вчера 12 мешков собрали. Сегодня не собирали. Короче, машина поломалась. Перескочил ремень. Но я не соображаю в этих. Это если бы у меня были классики. Классику я с закрытыми глазами. А тут пока разобрался, что пока вызвонили. Хорошо, тест приехал. Забрал меня вечером 6 часов. 4 часа простояли на дороге. Ключей нет у меня. Ну, короче, вот такой вот вчера веселый день был. Сегодня сделал я. Вот это вот сегодня машину отремонтировал. Меня сюда ее притащили. Короче, работает нормально все. Завтра поедем. Сделал проводку. Короче, все работает теперь. Все четенько. И хочу показать, ребят, этот. Вылетело с головы. Сейчас, мои бараны. За сколько я... Ну так, приблизительно сейчас 2-3 мешка. Чтобы вас без монтажа, без ничего, так включу, чтобы вы посмотрели, за сколько оно перебьет. Чтобы не думали там, что я там обманываю или еще что за 20 минут. Мало ли скажут люди, о, ты обманываешь. Там полдня чистил 2 мешка. Ну и короче, сейчас тогда перенесу мешка 3. И включу и дальше вам покажу, ребят. За сколько я... Мешков вчера не хватило, как мы и в сумке набивали. Короче, и сюда. А, и вчера дали тестю один мешок за то, что он нас привез. Ну, он тоже держит там немного скотины. И я думаю, ему так даже лучше. Ну, мешок выходит 2,5 ведра. На базаре 130 гривен, грубо говоря. 120 даже пускай. Я думаю, а тут совхозный он нас притащил. Ну... Так получилось. Все, ребятушки, давайте жму на паузу. Сейчас перенесу. Включаем и погнали работать. А, давайте вам покажу наших зверюх. Эти уже спят. Ну, одна спит, она постоянно покушала и ложится. Это, а, руки у меня, вот видите, только от машины. Так, а ну текаем. А ну, бараны. Вредные бараны у меня. Вот она, один баран маленький, Твитулечка, и второй баран Снежка. Ох и вредные становятся, особенно Снежка. Так, эта не гуляет, ну вроде перестала жрать. Такая, ну я каждый день надавлю, но еще нет. Не пойму, хоть бы не пропустить опять. Это еще кормит, вот такие ребятки, уже скоро ее будут догонять. Она уменьшается один раз. Это начала кушать хорошо, поправилась, такая стала дивка, но тоже не гуляет еще. Ну сразу, этот, как только загуляю, сразу до архаровца. Васечек, маленький малыш, уже кусается, а такой здоровый уже стал малыш. Уже кусается мальчик маленький. Ну, бугаина тут, как всегда, он... Так, воды ему надо будет налить. Порвал тут трубу, вот это все повырывал, там забетонировано было. Голодный ходит, но уже такой он стал более узкий. Да, Семка. Да. Все, ложись отдыхать. Ложись. Так, ну что, ребят, сейчас настрою тогда приспособу. Не знаю, курей уберу и покажу вам, как оно все... будет шуровать. Друзья, короче, принес я 3 мешка, хочу попробовать. Пока принес, жарко, еще эти бараны там мешают мне.
Короче, никак. Все, сейчас запускаю эту ерунду. Thank you.
ребята, ну пересыплю я уже сам. Ну вот получается 10 минут, грубо говоря, 3 мешка, 3 минуты мешок. То есть за час, грубо говоря, нормально можно зачистить. Вот, почистил, вот мешок целый, чистая кукурузка вообще в идеале. Ни мусора, нигде ничего. Ну и тут пол мешка, полтора мешка. Короче, получается с одного мешка качанов 2,5 мешка чистой вот такой кукурузы. Можно собирать. Вот, ребятушки. Вот если 10 мешков собрал, это 5 мешков вот таких чистых. А бывают поля, ну здесь, конечно, если подпалят, она, правда, горелая будет немножко. Но здесь будет очень много. Можно самому мешков 15 собрать, если силы хватит. А ну когда, я всегда говорю, как вот это копать яму. Если будешь знать, что там золото, то ты быстро будешь ее выкопать. А если будешь копать и не знать, что там, то ты будешь год копать. Так же и кукуруза. Если она есть, тебе хочется собирать. А когда вот уходишь по полтора часа, мешок собираешь, тогда, конечно, и не хочется. Так что вот такое вот видео, ребят. Там многие просто спрашивали за вот эту приспособу. Сколько? Я писал, думаю, засниму видео, чтобы уже наглядно было. Так что вот такие вот пирожочки, ребят. Все. Всем пока. Кому интересно, ставьте лайки.